Как бы так тонко обозначить сообщество? Чего бы такого добавить в игру, чтобы игроки наконец смогли самоидентифицировать себя? Точно! Маска петуча! Привет, Страж, канал Triple Vibe на связи, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня я познакомлю тебя с последними новостями о двух грядущих ивентах. Да, Bungie решили запустить два ивента одновременно. Да-да, не удивляйтесь! 16 октября, в ближайший вторник, в игре стартует один новый и один старый ивент. Вернее, один старый и один очень старый. Речь, конечно, про хэллоуинский праздник «Фестиваль усопших» и PvP-ивент «Железное знамя». Оба ивента будут доступны абсолютно всем игрокам Destiny, никуда платить не надо. Давайте подробнее. Куратором ивента «Фестиваль усопших» в первой части была Ева Леванта, но она пропала после нападения Красного Легиона, и теперь сопровождать игроков на этом мероприятии будет Аманда Холидей. Надеюсь, она только на один год. Ведь мы еще ждем от нее приглашений на ивент Лига Спайро гонок. В игре появятся новые триумфы, а Холидей будет предлагать ежедневные баунти-контракты, за выполнение которых вы будете получать раздробленные души. Это предметы, которые можно будет обменять на маски фестиваля усопших, а также на новый легендарный автомат «Страшная история». Вокруг будут пылать свечи, башню украсят, но все же разработчики обещают напугать нас. Это же Хэллоуин. Нас ждет нечто большее, чем просто маскарад. Во время фестиваля для всех игроков в Destiny 2 откроется вход в зачарованный лес. Это тот самый всеми любимый бесконечный лес из самого провального дополнения проклятия Осириса. В лесу стражам предстоит изгнать бесчинствующих демонов и вурдалаков. У нас будет 15 минут на то, чтобы как можно глубже пробраться в лес и уничтожить поджидающих чудовищ. Но знайте, чем дальше в лес, тем больше врагов будет встречаться у вас на пути. В этом новом режиме, если можно так сказать, вы сможете играть в соло или в команде. Если команды нет, будет матчмейкинг, так что найдут тебе друзей, раз ты сам не можешь. С ивентом даже обещают небольшое сюжетное повествование, такая что детективная история. При загадочных обстоятельствах погиб мастер Айвс, криптарх с рифа, которого игроки хорошо помнят по первой части. Возможно, кто-то хотел свести с ним счеты за неправильно расшифрованную энграмму или невыбитый гадрол, так или иначе, стражам предстоит найти и отомстить. Видимо, вкус мести пришелся нам по душе. Что на самом деле пугает? Переход на темную сторону все ближе? Поиск убийц мастера Айвза представляет собой новое поручение, выполняя которое игроки будут получать дополнительную мощную награду каждую неделю на протяжении ивента. Ну и конечно, будет куча красивых мелочей. Шейдеры, эмблемки, корабли и, конечно же, призраки. Вы только посмотрите на этого котяру. Шик! Хорошо, что я придержал свои 30 косарей яркой пыли. Что же касается Железного Знамени, ивент также стартует 16 октября и продлится, как обычно, неделю. Так что каждый игрок сможет поучаствовать в обоих турнирах без проблем. Прошлое Железное Знамя, как всегда, вызвало бурю обсуждений. Как всегда, не особо позитивных, и в ответ на это разработчики решили пойти навстречу игрокам. Контрактом от Лорда упростили задачи, а за каждое из них вы теперь гарантированно получаете награду с повышенным уровнем силы. Кроме того, у вас будет отличная возможность прокачать ранги доблести. Разработчики врубают режим двойного и тройного опыта. Двойная доблесть будет считаться с 16 по 19 октября, а тройная с 19 по 23. Да, это только на ранг доблести. Ранг доблести — это тот, который слева. Это тот, который не состязательный. Это не тот, что для квеста на Лунный Вой. Надеюсь, на вопрос ответил. Ну и еще одна приятная новость. Начиная с 16 октября, при покупке Destiny 2 Отвергнутая, вы также получите два расширения из сезонного абонемента Destiny 2, то есть Проклятие Осириса и Военный Разум. Каждому игроку Destiny 2, еще не успевшему ступить на Спутанные Берега, теперь понадобится приобрести лишь расширение Отвергнутое. Очень-таки выгодное предложение, особенно если вы самый экономный страж, получили Destiny 2 по подписке PS Plus и все ждали подходящего момента, чтобы обновиться. Ну а тем, кто уже поиграл в Отвергнутых, уже, так сказать, состоявшимся стражам, Bungie приготовили эксклюзивные награды. Каждый страж, который поиграл в Отвергнутые до 16 октября, получит набор «Ветераны охоты».
включающий в себя крутую черную тигровую эмблему и черный тигровый шейдер, две экзотических эмоции и несколько расходников жетонов, и надеюсь, ты доволен внезапным подарком, Страж. Ну а на сегодня все, я пока прощаюсь, спасибо за просмотр тебе, не забудь поставить свой хэллоуинский лайк и подписаться на канал. Услышимся!